Рассказал здесь не совет, а одну интересную байку. Владелец самой крупной сети пиццерий в свое время рассказывал, что он приехал в Америку в тот самый год, когда в Америке была Великая депрессия. Его спасло то, что он не знал английский язык. Он приехал из Италии, и он не понимал, что происходит. Поэтому, говорит он уже в последующем, если бы я знал английский язык, я бы никогда в год Великой депрессии не стал открывать пиццерию. Но он не знал английского языка, поэтому он открыл одну, она была успешна. Вторую она стала успешной, и теперь он владелец самой крупной сети пиццерий на планете.